Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с позаранку встал и написал стихотворение. Мне сегодня хорошо, с позаранку встал и по улице прошел, и не опоздал. Несколько куплетов спел для своих ребят, и вернуться я успел вовремя назад. Ну а завтра будет что? Мне неведомо. На рассвете не как проснусь, так изведаю. А пока пошел я спать, ноченька пришла. Завтра ждут меня совсем новые дела. Спасибо. Встретимся с позаранку завтра.